Кіно на ТВ-РУС. Фоя! Это стратегически важный объект. Ваша задача – обеспечить его безопасность. Этот склад как заноза у нас в заднице. Его надо взорвать. Башкой эту стену косым не прошибешь. У нас на Востоке говорят, когда врага не победить мечом, запусти в его юрту змею. Правильно у вас говорят. Мы должны выйти в этот квадрат. Здесь у немцев склад горючего. Покрошили в капусту. Всех до единого. Практически весь десант уничтожен. Практически? Это как? Тела Косыма и проводника не найдены, но и живыми их никто не видит. Ты зачем здесь? Тебя же поймать могут. Но если ты не сдашь, не поймают. Кто подослал? Сопляк! Партизанов играешь? Я тебя похороню сейчас. Александр Петров, Михаил Евланов, Владимир Гостюхин и Александр Лыков в фильме «Без права на выбор». В субботу на ТВ-РУС.